Так, Артурчик новую порцию нам принес. Ой, маленькую подковку целую. Прикольная. Таких у нас еще не было, да, маленьких? Маленькая. Это, наверное, с татарской лошади. Да. Что, серьезно, я у кого-то видео смотрела. Там говорили, что маленькие подковы у татар были. Лошади были такие, да, маленькие. Вот это стремено, может стремено. Не знаю, что кусочек. Вот, что-то вот снизу. Кто знает, ладно, подсказывайте. Вот такая штука. Рустам ничего не принес? Гвоздяра какая-то. Костыль. Костыль. Какая-то непонятная штука, закрутка. Вот так вот такой здоровенный кусок керамики. Тарелка. Вот такие была. Обломки это находим. Это тарелка была. Вот именно и везде, по всей тупо территории, тоже, где да? мы ездим, везде одно и то же. Одна и та же посуда, везде. Какой бы край ни заехали. Ну, почти, да. Дай. Вот этот кусок. Шурочка такая была. Что оно такое? Казанок какой-то. Интересно. Да уж. Тут большие куски попадаются. Больше, чем на суше. Ну да. Таких бывает. Мы вообще не находим. Если огромных. Глубже, конечно. Ну, блин, глубже нам постоянно на плаву держаться. Тяжело. Короче, лентяй Артур у нас. Я думаю, Женю в туда запустить. Женя просто вас сделала, да? Я бы черта из-под земли достала. А то я смотрю, что это там, ну вообще никак. Ну, то вообще... ли лень тебе, то ли, не знаю, настроения нет, то так все медленно. Дыхалки не хватает. Дыхалки. Надо баллоны покупать. Я баллоны буду. Да-да-да. Дайте я волосину уберу. Ну, все. Все, плыви. Давай. Как будто аж туман. Ничего не видно.